Дорогие друзья, я обращаюсь к вам в очень трудный и трагичный для нашего города момент. Погибли люди, наши с вами земляки и сограждане. Приношу глубокие соболезнования родным и близким жертв террористического акта. Правительство Петербурга окажет и уже оказывает семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку, какая только потребуется. Несколько десятков пострадавших доставлены в больницы. С ними работают лучшие врачи. Я принял решение объявить в Санкт-Петербурге трехдневный траур. Также прошу всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами. Они работают ради нашей общей безопасности и ради раскрытия этого злодейского преступления. Трагедия напомнила, в какое сложное время и в каком хрупком мире мы живем. Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике, а пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам. В час нелегких испытаний петербуржцы вновь проявили свои лучшие черты. Не сомневаюсь, что злодеи, устроившие это ужасное преступление, будут найдены и понесут заслуженные наказания. Но своей цели они все равно не достигли. Наш город еще никому никогда не удавалось запугать. Не удастся и на этот раз.